Привет! Сейчас идут летние каникулы, и мы очень много времени проводим на улице. Там мы играем в самые разнообразные игры. И сегодня вместо обычных игр я хочу почувствовать себя в роли конструктора. А конструировать мы будем ракету, но не одну, а много-много маленьких ракет. Для создания мини-ракеты вам нужно приготовить спички, ножницы, зубочистки, линейку, фольгу и суперклей. Для начала зубочисткой отрезаем острую часть с одной стороны. Далее отрезаем спичечную головку. Из фольги вырезаем прямоугольник со сторонами 8 на 5 сантиметров. С одной стороны прямоугольника отмеряем 2,5 сантиметра, то есть ровно посередине стороны. И проводим линию от этой точки до угла противоположной стороны. Далее поработаем ножницами. Итак, приступаем к созданию ракеты. Устанавливаем зубочистку и сверху кладем спичечную головку. От спичечной головки до конца детали должно оставаться около 1 сантиметра. Сворачиваем зубочистку перпендикулярно этой линии. Верхушку нужно очень плотно скрутить, там, где осталось пустое место. А зубочистка должна легко выходить. Итак, ракета почти готова. Осталось сделать стабилизатор. Из фольги вырезаем квадрат со сторонами 2 сантиметра. Сгибаем квадрат и получаем стабилизатор для ракеты. В самом верху нужно у нее отрезать кончик, чтобы можно было установить его в ракету. Одеваем стабилизатор сверху ракеты и тянем его до места, где находится клей. Итак, наша одна ракета готова. И сейчас мы приступим к созданию остальных. Из пенопласта мы приготовили стартовую площадку, где будут устанавливаться наши ракеты. Так, приступаем к испытаниям на улице. Ракеты готовы, зрители готовы. Так даже кузнечики побывают на Луне. Начинаем обратный отчет. 5. Начинаем обратный отчет. Стоп, я думал, она только счет говорит. То есть 5, 4, 3. А я ну, давай обратный так. Отчет. Начинаем обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Класс! Прошу обратить внимание, что ни один кузнечик при запуске не пострадал. Так запуск ракет прошел успешно. Ну а на сегодня все. Всем пока и до встречи в новых видео.